Сегодня мы ремонтировали велосипед Пантера. Какой-то европейский, видимо, бренд. Задняя втулка планетарная. Катается на нем очень продвинутая бабушка. Семискоростная планетарочка. Руль бабочка. Вынос выдвинут назад. Здесь у нас была переборка передней втулки с протяжкой спиц. Техническое обслуживание планетарки у нас было. Тоже умеем это делать. Протянули заднее колесо. Убрали, тут все было на лейкопластыре на каком-то наклеено, на каких-то веревочках, все подвязали, все настроили, тросики, рубашки, протянули рулевую, отрегулировали, починили крыло. Крыло было сломано, нашел я вот такой хвост от СКС, поставил, прикрутил, переставил дужку. Так что теперь велосипед у нас в идеальном состоянии для очень продвинутой бабушки, которая сама вот так вот чинит все это дело. И даже сама тут зеркало клеила, с ее слов. Будет кататься, получать удовольствие. Приезжайте, планетарочки вам переберем, обслужим.